выставлено на рассмотрение вопрос о продлении меры пресечения господина Гринко Феликса. Защита просила изменения меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако судом все-таки не были приняты наши аргументы и было вынесено решение о продлении еще на 30 суток меры пресечения в виде ареста. К сожалению, наши суды руководствуются больше, скажем так, руководством, которое выставляется органами уголовного преследования, без того, чтобы взять в расчет решение Пленума Верховного Суда, без того, чтобы взять в расчет практику ЧЕДО. Достаточно только одной аргументации без подтверждения каких-либо документов со стороны прокурора, и суды, к сожалению, выносят решение, удовлетворяющие данные ходатайства прокурора о продлении мер пресечения.